Встреча с журналистами – верная примета приближения хоккейного сезона. Почти такая же, как тренировочные матчи. Новостей накопилось немало, и нужно рассказать о них болельщикам. У альметьевского «Нефтяника» за плечами сборы в Турции и дома, тренировочные матчи и турниры. Значительно обновился состав. Команду пополнили 9 новичков. Команда готова. Физически готова хорошо. Это подтверждают и медицинские тесты. Единственное, беспокоит нас – это реализация. Мы очень мало забиваем. В команде новый капитан. Буквально накануне пресс-конференции в клубе провели собрание с игроками. Тайным голосованием хоккеисты выбрали Максима Хапова. Он хорошо знаком болельщикам. Нападающий провел за «Нефтяник» более 500 матчей. Забросил в них 139 шайб. Я понимаю, что это не просто буква «К» на майке. Я должен быть лидером и в раздевалке, и на льду, и в быту. Во время предсезонной подготовки «Нефтяник» не слишком радовал своих поклонников. Тренировочные матчи и состязания давали больше поводов для огорчений. Вот и заключительный этап – турнир в Альметьевске, посвященный Дню «Нефтяника». Команда вряд ли может записать себе в актив. Возможно, дело в том, что хоккеисты играли на фоне серьезных нагрузок. Но в клубе не ищут оправданий и нацелены на успешное выступление в сезоне. Все условия созданы. Я думаю, что вот стартующий сегодня на этой неделе чемпионат, он позволит непосредственно и клубу выступить успешно. Задачи мы всегда ставим максимально для себя. Мы максималисты, так же, как и в работе. Детско-юношеский и женский хоккей, строительство нового ледового дворца для спортивной школы и самолет, окрашенный в цвета клуба для перелетов хоккеистов. На пресс-конференции поговорили о многом. Руководители и журналисты договорились сотрудничать на протяжении сезона. Для «Нефтяника» он начнется в субботу, 9 сентября, домашним матчем против «Сарова». Сергей Голубев, Артем Брюхачев. Новости Юго-Востока, Альметьевск. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».